Выставка-ярмарка и съезд коренных малочисленных народов. Ко дню Арктики в Якутск приехали 119 делегатов из Амурской области, Красноярского, Хабаровского края и делегации из северных районов республики. Проходит выставка с 19 по 21 марта на площадке Дома дружбы народов имени Кулаковского. В течение двух дней участники из арктических районов продемонстрируют уникальные изделия. Выставка-ярмарка включает следующие мероприятия. Это конкурс «Лучшая экспозиция», «Лучшее произведение народно-художественного промыслов», концертная программа «Ликующие звуки бубна» и мастер-классы. Я уже третий раз здесь, на этой выставке. Вот. И вот в этот раз, в третий раз я решила предоставить работы наших сельчан Сючугея, которые не могут выехать. Показать хотя бы хоть малую часть, которую показать их работы здесь на республиканской выставке «Мира Арктики». Главное участие показать, чтобы посмотрели другие наши работы.